Видали, господа, как рейсы воруют? Режут их, короче, какой-то кислотой, да? Навряд ли это какая-то сварка, да? Это какая-то кислота. Режут где-то по метру, по полтора, да, и на тележке выкатывают, вот видите? Это не сварка, потому что если сварка, вот это все бы обгорело, да? Вот это дерево бы обгорело, или вот тут бы обгорело, травинка. Но они режут просто, и все. Вон они сколько срезали. Тут дофига просто не, уже нету, да? Костыли только вот эти не берут, да? Это не костыли, кстати, костыли тоже берут. Вообще, рельсы берут. Вон, видите, сколько срезали вообще. Тут это начало, тут тяжело резать. Они, короче, вот это все срезали вообще во всем лесу вот этом. То есть целый километр срезали рельс. Ну, может, меньше где-то, метров 500-700. 500-700 метров срезали, но есть суммарная длина, вот это левая рельс, правая, километр срезали вот таким вот образом. Не знаю, как это они делают, да, электродуговая сварка, говорят, плазменная сварка. Нет, это просто какой-то кислотой, похоже на какую-то кислоту. Вот это ни на какую сварку прям не похоже, если честно. Сбоку течет, видите, какая-то кислота просто. Не верю, что это плазменная сварка. На плазменную сварку, господа, вот не похоже. Вот хоть чего говорите. Хоть чего говорите, но это не плазменная сварка. Видите, нет ни хера. Вообще там дальше, 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 даже в кустах нет нифига. Ну тут чуть-чуть появляется, да? Тут чуть-чуть появляется. Но она уже отрезанная, видите, рельс. Отрезанный большой кусок. И просто сдвинутый чуть-чуть подальше. Зачем-то. Не совсем понимаю, наверное, мешался. Нам все-таки они на машине приехали. И вот этот кусок, он мешался загружать другие рельсы. Но там дальше нету, да? Там опять вот начинаются кусты. Вот этого дорожки нету. Срез, вот смотрите, видите? У дорожки вон они есть. Да, тут еще много осталось. Я шибко жирно проговорил, что шибко много срезали. Нет, много осталось. Вот тут все осталось еще. Роскошь, да? Приезжай, срезай, да? А вот здесь вот, вот уже все оторвали, утащили. Кстати, тут по следам вроде как и можно понять, что было. Но если бы тут вот тут была плазменная сварка, вот, то это бы все было, да, пожарище. Так что уверен, что это не совсем она. Тут бы метр просто горел, да? И все бы вот это сгорелось. Вот. Но ничего такого нет. Вон эти уточки там. Вот, но не будем отвлекаться. Деревья не погорели, кусты не погорели. Но все оказалось срезано. Вот, господа. Скоро и шпал, наверное, вытащит. Не знаю, кому они нужны, для чего-то пригодятся, и шпалы вытащит. Или вон там впереди уже начали вытаскивать. Смотрите, приподнятые, кажется. Не, ну это от деревьев. Дерево между ними растет, она приподнятая шпала. Ну вот так вот, в общем. И вот тут вот то же самое. Это в этом году. Это недавно, видите, еще. Лежат эти пылинки, да, вот такие. От отрезки, да. Лежат, вот. Можно даже туда завернуть. Глянуть. Там вообще путь из шпал.
Вот, господа. Такие дела. Кража века. Никому не нужные заброшенные рельсы.